Ночные волки Вятка молодцы. Вчера вот этой полевой кухни военной накормили 1500 человек. Причем точно была исключительно локально, только на... Я прям тебе потом покажу, на компьютере вывели, и как раз очаг, вот путь хода, здесь такая туча, вокруг все белое, ну не туча, там прям такая зона. Над крестоходцами. И она прям, да, вот так перемещалась. На десятки тысяч грешников, да. А потом уже... Причем самое интересное, если бы штиль был, а ветер, а туча строго над нами. Это что за группа отстающих? Полосатый купальник. Христос воскрес. Воистину воскрес. Привет. Никого не потеряли? Что ты маешься, душа изморенная? Что кручинишься, покоя найти? Белизну ты заменила темною, и такой хочешь к Богу прийти. Ты грехами успела насытиться, для тебя нет запретных плодов. Не просила у Бога очиститься, возвращалась к безумию вновь. В райском небе души светлые, на земле их очистил Господь. Претерпели скорбь несусветную, и на небо вознес их Господь. Плачь, душа ты моя окаянная, умоляй ты Бога прости. Ведь любовь Его бесконечная, и Он хочет тебя спасти. В райском небе души светлые, на земле их очистил Господь. Претерпели скорбь несусветную, и на небо вознес их Господь. Несусветную, и на небо.
небо вознес их Господь.